Добрый день, уважаемые зрители. С вами доктор Константин. Сегодня у нас тема видеоурока очень интересная. Данная точка В23 Шиншу. Помните, что Шень — это дух, согласно восточной философии и мифологии. Вот. И, конечно же, дух передается по роду. И почки передают этот дух из рода в род. Понятно, да? И данное сегодня видео наше, данная точка убирает избыток, негативный избыток по роду. Но сразу мы вас предупреждаем. Если вы будете лежать на диване и думать, что я поработаю, позанимаюсь этой точкой, расслаблю, и негатив мой из почек выйдет, и все, я передам своим детям неотягощенную наследственность, вы глубоко ошибаетесь. Почки — это творческий орган, творческий, созидательный орган. Но когда человек приходит на эту землю с тяжелой наследственностью, то здесь искать причину нужно в почках. Это тяжелая наследственность. Именно почки берут эту энергетику и передают ее по роду. Понятно, да? Потому тяжелая наследственность — это и следствие, то, что человек получил по роду. Искать виновных здесь не надо, что плохо приняли роды, там, либо выкидыш, либо вот ребенок родился, через 3 дня умер. Здесь нужно искать по наследственной части. Вот и все. Помните об этом. Кто-то скажет, вот вы так жестоко говорите. Нет, не жестоко я говорю. Наша жизнь вот такая вот она жестокая, мы пришли в этот мир. Мы же тоже ученики жизни, мы же тоже учимся. И вот сегодня, на сегодняшний день, данное учение говорит о таком проявлении болезни. Вы хотите верить, хотите нет. Итак, данная точка В23 Шиншу может частично убрать эту тяжелую наследственность, либо помогать ее убирать с человека. Многие скажут, а как я определю вот тяжелую наследственность у ребенка? Прежде всего, это тяжелая ци. Что такое ци? Это энергетика человека. Вот бывает, с человеком сидишь легко. А бывает, с человеком сидишь, ну, ни рыба, ни мясо после него. Какая-то вот, какой-то гнет около этого человека. Бывает, человек настолько груб, что только при слове «здрасте» уже чувствуется, что так-так, от этого человека нужно держаться подальше. Это агрессивность человека, которую человеку нужно выкинуть. Никуда он не денется. Понимаете, вот тут здесь вот слова напрашиваются с Библии. «Не суди, да не судим будешь». Ему нужно, чтобы эта энергетика выходила, она не может выйти, если человек не проживет определенный участок времени в этом мире. Понятно, да? Это гордыня чрезмерная, это тщеславие, это какое-то величие наше. Вот эти наши все земные блага, которые люди считают, там, что он там достиг, там, либо там он там унизил ближнего, вот, оскорбил, он думает, там нет. Это все, говорит, о тяжелой наследственности. Это также тяжелые врожденные заболевания, которые многие обвиняют медиков. Вот вы не можете вылечить. Да, мы не можем вылечить, потому что это тяжелое наследственное заболевание, которое передается по роду, и никуда человек не денется, ни мальчик, ни девочка, и нужно пройти через это. И никуда вы не денетесь, вы будете проходить через это, и сказать, спасибо Богу, что эти страдания хоть не настолько как бы для человека тяжелы. Вот. Почему многие мне скажут? А потому что все страдания приходят постепенно. Сразу прийти они не могут. И человек просто входит в свою судьбу в ритм и живет этим ритмом. Вот и все. Конечно, западная медицина говорит, это видоизменение, мутация хромосомов, ген. Что как можно говорить? Но запомните, это огромная, скажем так, не вина, а передача энергетики огромная идет через почки. Ясно, да? Вот и все. Что мы можем? Мы можем частично через данную точку В23 Шиншу убирать эту энергию. Убирать. Расслаблять данную точку. Сильно вы не имеете права расслаблять, а периодически эту энергетику вы имеете право снимать. Лучше всего на данную точку работать либо заниматься до полового созревания. Как у мальчиков, так и у девочек. После полового созревания будет тяжелее убрать энергетику с данной точки. Почему? Потому что после полового созревания заводятся, скажем так, заводятся почки, человек уже начинает, мы уже читали эту лекцию, что такое инь, что такое янь. Человек начинает разбираться, что такое хорошо для него, что такое плохо. После полового созревания, как у мальчиков, так и у девочек. Поэтому здесь нужно не упустить время. Многие скажут, а как я определю, у каждой же матери хороший ребенок? Как мать может сказать, что мой ребенок уже нет? Бабушки, дедушки, весь род чувствуют, что этот ребенок вот, да,
А вот этот ребенок что-то вот... А вот этот с этим ребенком легко. А с вот этим вот тяжело. А этот что-то воровит из детства стал. Все ворует и ворует. А этот что-то вот замкнутый. А с этим легко. А этот орет как ненормальный. Хотя ему говоришь, потише разговаривай. Потому старых людей мудрых не обманешь. Они сразу дадут подсказку. И если вы чувствуете, что у ребенка тяжелая наследственность, данная точка В23 Шиншу расслабляется. Сделайте график на 2-3 года и раз в 4 дня расслабляем данную точку. Спасибо за внимание.